Привет-привет-привет, геймеры, с вами Гринланд, новогоднее настроение, продолжаем жрать мандаринки и, конечно же, играем черепашки-ниндзя-легенды. И сегодня мы отправимся в испытание силы природы. Выбираем, конечно же, самый сложный, самый последний уровень. И будем делать что-нибудь такое эдакое клевое. Возьмем шредера обычного и супер-шредера и отправимся мочить отвратительную химеру. Такой уродский мутант. И мы его обязательно сегодня победим. Или, по крайней мере, постараемся сделать это. Начинаем. Тут фуд-солдатики, обнаглевшие против шредеров, решили выступить в белых кимоношках. Ну что они могут против двух великих мастеров, шредера и его мутировавшие версии? Да, ничего они не могут, конечно же. Бац-бац-бац. Тут сейчас, пожалуй, мы себе аптечку небольшую сделаем. Запасик, так что, когда нас будут бить, во-первых, чтобы у нас щит стоял, во-вторых, чтобы мы подлечиться умели. Вот. Heal over time сработал. Подлечились. Еще один солдат остался. Ух. Мощная супершедера атака. И по силе, и по своей зрелищности тоже. Она просто офигенская. Так, первую волну раскидали. Осталось еще 4 волны. Тут у нас 3 таких футбота. Вооруженными булавами и такими острыми мечами. Выглядит отлично. И один обычный такой фут, мы с него и начнем. Получай обычный. Насмерть его шредер заколотил. А шредер обычный вызывает свою армию фут. Двоих сразу сносит. Шикарно вообще. Ну а с третьим уже супер шредер разбирается своим мегазрелищным комбо. Побежали. Оказывается, супер шредер, несмотря на его вес, бегает быстрее обычного шредера. Вот бы и сразу и не сказал. Атакуем. Тут у нас 3 футбота и 2 обычных фут-солдата. Массовую атаку мы припасем для следующей волны. А тут по чуть-чуть повышибаем всех по очереди футботов. Они тоже будут стараться нам каким-либо образом навредить. Но мы этого не боимся. Потому что 2 шредера, не один шредер. Народная нью-йоркская мудрость. Вот она, аптечка-сердечко. Аптечка и сердечко. Чикс. Мы еще и защитку себе поднимем, ребятушки. Опа, красиво. Торнадо. Скорость нам понизил. Но это тебя, товарищ, не спасет. Мы все равно доберемся до тебя рано или поздно. Настанет наше время ходить, и мы доберемся до тебя. Да, так нормально, скорость понизилась. Много они ходят. Так, раз, 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 раз. А теперь супер шредер покажет, как надо. Вот так, учись, шредер. Мутагеном прокачайся. И тогда поговорим. Тогда посмотришь, как правильно атаковать. Вау, еще и точность нам понизили. Негодяи. Вас ждет расплата. Давай. Расплатись-ка с ним. Бэмц. И супер шредер, эй. Заснул, что ли? Скорость у него понижена. Это не отмазка. И давай массовую. Армия фут нападает на белых ниндзя-фут. Так, а тут нас уже поджидают мистические черепашки-ниндзя. Vision Quest. Черепашки. Оп. А мы их массовые. Не зря мы массовые держали. Все время держали массовую атаку. И Рафаэля попробуем снести. У него очень крутые атаки. Огненная торнадо и вспышки эти все огня, он крут. Ну что, Лео, защиту будешь выставлять?
Нет, он нас атакует своей флягой тыквенного сока. Напугал, как говорится, ежика голой попой. Не страшна нам твоя фляга, Леонардо. Донни, твой ход. Так, а что бы лишний раз не разрубить тигриного когтя? Ну, пожалуйста, Донни, хочешь удар на себя вызвать? Получай. Опа, промахнулся. Супер Шреддер промахнулся. Подвели руки-базуки. Опа, так, черепашки скончались. Досрочно. А тут в небе появляется Химера. Отвратительное произведение художников никовских. Червяк пернатый. Так, скорость ей понизил. Давай, шредерец, покажи свой лучший ударчик. Раз, раз, раз. Хоба, располосовал тут. Сейчас Химера будет лупить. Она, кстати, вот этим ударом жизнь отнимает. Ничего, тут мы сердцем к сердцу. Лечиться еще не можем, потому что у нас стоит блок лечения у одного из шредеров. Зря не будем тратить лечилку. Опа, а вот броня, броня, дорогуша. Ты думала. Мы тоже не так все просто, как ты хотела. Так, а лечиться нам уже и не надо. Можем вызвать солдат Фуд. Рассказать Химере, как надо жить правильно. Вот. А еще кого можем вызвать? Супер Шреддера еще можем вызвать. И он ей поколотит ее просто своими огромными ручищами. Бац! И финалочка. Ой. Ой, откусила чуток жизни. А вот и финалочка, дорогая ты наша Химера. Полетел Шреддер в воздух и... Пуль! Готово. Химеру мы победили. Победили все силы природы, которые нам предложили и в качестве футботов, и в качестве черепашек, и в качестве Химеры. Дали нам 8 осколочков. Спасибо им на этом. Спасибо вам за просмотр, ребят. Конечно же, не забываем поставить лайк, подписаться, если вы еще не подписаны, нажать колокольчик, чтобы получить сообщение, когда выйдет следующее мое видео, чтобы обязательно посмотреть его, поставить лайк. И с вами был Гринланд. Пока-пока.